А вы когда-нибудь пробовали, да, я думаю, что пробовали многие из вас, как бы сказать, достигнуть своего края в чем-то, ну, в бизнесе, допустим, в силовых упражнениях, в силовой выносливости, как бы сказать, посмотреть, на что способны вы. Ну вот мне хочется сейчас посмотреть на 63-м году, на что способна вот эта вот мужчинка, которая зовется Гинеша, которую вы знаете как Малахов Геннадий Петрович, на что она способна вот в жиме сидя, с таком сказать, подъем на бицепсы и жим сидя. Что я, значит, поднимал? Ну, поднимал я по 10 раз. Ну, можете поставить ставки. Сколько я подниму? Ну, 10 раз я подниму тогда, 20 килограмм. Подниму ли я 12, 15, 17? Итак, делайте ставки, господа. Я на ваших глазах сейчас начну вылаживаться. По полной. Сколько раз я подниму этот вес. Итак, начнем. Как я люблю испытания и сколько их прошел. Итак, будь смелее, акробат. Накачаем тело пранической энергией. И поехали. Один число счастья. Я!